Всем привет! Я надеюсь, что вы насладились уже этой красотой немножечко. Я просто решила, что нужно показать без слов этого короля. Это реально король, King Orchid, так его и называют. Специозум. И в этом году он меня порадовал. Это моя, можно сказать, новая орхидея. У меня был дендробиум специозум в моей коллекции. И есть видео, где у него было там 21 или 22 спайк или соцветия. И я решила от него избавиться и купить себе вот такую форму цветка. И он немножечко покомпактнее, потому что мой предыдущий уже, конечно, был такой разросся, можно сказать, если мягко сказать. И форма цветка мне хотелось немножечко другую. Ну вот, более как здесь, она такая вот как округлая, да, можно сказать. Не обращайте внимания на листья, это прошлогоднее солнце, лето, и немножечко они, конечно, попортились, но надеюсь, что это мы все дело почистим. Ну, а нахожусь я в комнате, я его занесла, потому что у нас предстоит выставка, и я надеюсь, что он доживет. Ну, смотрю, что уже, конечно, немножечко цветочки закрываются вот в этой вот стороне, потому что вот эти вот две стрелки, эти два соцветия были первыми открыты. И с этой стороны еще 4, всего сколько? 4, 5, 6, 7, 8. Ну, я считаю, что неплохо для такого растения. Сейчас вот покажу его в полный рост. Невысокое, конечно, у меня было более высокое растение. Я решила развернуть его вот эти 4 стрелки в эту сторону, потому что здесь свет от окна и, конечно, лучше видно, да. Ну и цветки свежие. Здесь вот еще даже в бутонах есть. Ну, не знаю. Когда я это видео выложу и доживет ли он до выставки, ну не знаю. Ну, наверное, недели 2 держится максимум цветы. И на нашем предыдущем собрании уже очень многие принесли дендробиум специозум. Обычно они у нас на выставке. Выставка у нас 6-го. 7 сентября будет проходить. Ну, не знаю. В общем, вот такая вот красота. Просто запах здесь стоит обалденный. Пока что я не вижу новых ростов. Но я его пересадила. Я его получила без корней. Ну, и вот так вот он у меня перезимовал. И вот такую вот красоту мне выдал. У меня были более заостренные цветы, такие какие-то тоненькие. Но мне хотелось красивую такую вот форму. Действительно, король. Вне всякого сомнения. Обалденный. Ну что, выставка прошла. Дендробиум мой не дожил с специозум. Очень жалко, у нас было очень жарко, и это я вам показываю. Я решила себе купить вот такой вот подарок. Ну, подарок, да, у меня был день рождения в начале сентября, и как раз была выставка. И я решила, что у меня такого дендробиума нету. Это, кстати, дендробиум, выговаривать его я не могу. Ну, в общем,
не хочу ломать язык. Очень красивый и такой вот взрослый экземпляр, конечно, редко когда можно найти, тем более всего лишь $65. Ну, я себе решила такое вот чудо природы приобрести. К сожалению, конечно, дендробиумы не очень долго цветут. Ну вот смотрю, и этот уже я его купила. Единственное, вот эти вот два были цветоноса открыты. Это было в пятницу, в четверг вечером. Сегодня у нас понедельник. Ну вот, конечно, очень много еще цветоносов. Такие вот гирлянды. Красиво, конечно. Ну и такие вот. Еще мне нравятся полностью желтые цветы. Ну, в общем, такой вот огромный, конечно, дендробиум получился. Ну, хочу я вам сказать, это не единственный подарок, который я себе купила. Ну, решила покупать себе большие орхидеи, потому что маленькие у меня полно. И маленькие, конечно, ждать и ждать нужно цветение. Уже 4-5 лет я жду некоторые и еще никак не расцветут. Поэтому я решила немножечко коллекцию себе обновить. Ну, не обновить, а более такие взрослые растения купить, чтобы радоваться цветению. Ну и, конечно, есть у меня тоже и фаленопсисовый уголочек. Поэтому фаленопсисы, конечно, у меня находились вот здесь в основном, но которые находились рядом с гринхаусом, они, конечно, страдали. И я их постаралась всех убрать, когда было холодно, но они очень плохо реагируют на холод. Это единственные орхидеи, которым нужно тепло. Поэтому вот такие вот у меня здесь разнообразные, красивые фаленопсисы. Класс, да? Я знаю, что все любят фаленопсисы, конечно, потому что они цветут долго и держат вот такую вот красоту. Я, кстати, вот этот вот фаленопсис, кстати, тоже выиграл первое место. Ну, здесь вот, видите, поломала я. Ну, да, сборы на выставке, это постоянно что-то происходит. Не очень увлекательное занятие. Ну, что делать? Это будет что-то красивое здесь, да, большое. Как я уже сказала, что выставка нашего клуба прошла, но сейчас такое вот время наступило. Выставки чуть ли не каждую неделю, и сегодня мы будем опять собираться для другого клуба выставлять свои орхидеи. И я вам показываю, это мой фаленопсис, который занял первое место. Я его так вот захотелось мне посадить. Я посадила их два в том году, и вот первый уже. Так вот он как-то что-то там не то с корнями на втором плане, а на первом плане, конечно, красавчик и такой вот длинный цветонос. И заняла я на нашей выставке первых три места, два вторых и одно третье место. Поэтому, ну, показываю вам вот такой вот обыкновенный классический фаленопсис, но он мне очень нравится. Ну и вот так вот выглядит мой райский уголочек, который я себе постепенно создаю.
Мои розы немножечко отошли от зимы и начинают опять цвести, постепенно выдавая бутоны. Красота. Весна, все расцветает. Супер. Поэтому у нас все пахнет весной. Я название роз сильно не знаю. Поэтому это Светлана у нас из бывшей Пенсильвании. Сейчас она в другом штате. Поэтому я оставила их, но я их не изучаю название, потому что, конечно, много есть, что нужно запомнить. Ну, я вам показываю просто вот такую вот красоту. Красоту. И вот здесь вот одна моя граунд оркида. Земляная орхидея. Недолго держится у нее цветочки, но красивые. Блетила. Блетила, а стриата. Ну, вот так вот. Как-то она по краю горшочка всегда растет. Ну, так вот стоит у меня просто с моими розочками. Здесь разнообразные Ванды Террис, которые очень любят солнышко, чтобы зацвести. Красивый такой белоснежный тоже. Это уже начинает портиться. Ну, в общем, это я вам показывала. Прошел небольшой дождик ночью. Орхидеи, наверное, обожают это, да, особенно летом. Это для них рай. Ну, а это мой рай. Муж мне решил сделать такой небольшой подарок. У меня здесь так вот называется мое Людас Пердайс или мой рай. Ну, в общем, создала себе такой рай. Здесь, кстати, у нас очень мало солнца в этом уголочке. И я решила обновить, сделать вот такой вот себе яркий уголочек на эти миниатюрные цветочки. Конечно, можно смотреть эти анютины глазки. Я их обожаю. И, как вы видите, я накупила таких вот разных цветов. Какие они все-таки милые. Класс. Класс, красота. Ну, а здесь у меня два маленьких цитрусовых деревца, мандарина и апельсин. И вот я смотрю, что даже очень-очень неплохо они начали расти в этом году. Ну, они миниатюрные, называются у нас дворфт, поэтому высокими они расти не будут. Но будем ждать плодов. Ну, и тут мой творческий беспорядок. Я сейчас пересаживаю очень много орхидей, делю. Ну, в общем, немножечко обновляю. Это мой красавчик цимбидиум, еще продолжает цветение. Обалденный. Ну, кто-то пришел и поел уже. Все, я вынесла на улицу. И вот вы видите, наверное, их называют дендробиум битлз. Они поэтому, они такие вот, как божьи коровки, коричнево-черные. И они очень любят цветочки покушать. Объедают все. Ну, а это мой такой вот небольшой столик. Буду собирать орхидеи. Сейчас время интермедий. Я их обожаю. Интермедий и дендробиумов Soft Cane. У нас называют вот эти вот Dendrobium Nobile Soft Cane. И вот они, конечно, на выставке у нас
У нас были обалденные там экземпляры, просто невероятные окраски. Это, кстати, Brazilian Star. Это Джуди решила со мной поделиться. Она мне говорит, я тебе принесла вот такую красотку. Она уже отцветает, один цветочек полностью закрылся уже. Она была более такая, наверное, более сиреневая, да, вот как шиллериановская цветы, фаленопсис шиллериана. Этот я поломала, остался всего один цветочек. Но они совершенно разные. Вот этот первый раз расцвел, и этот первый раз расцвел. И они, конечно, совершенно. Этот вообще, наверное, потому что он, может быть, один остался. Он прям такой богатырь вырос. А эти маленькие такие нежные бабочки. Ну, в общем, такой вот красивый цветонос. 5 цветов было. Называется Brazilian Star Soft Rock. Вот такое вот название. Это мой мини-марк. Поедет на эту выставку. Буду собираться сегодня. Всем нужно навести марафет, отрезать это все вот безобразие. Это еще одна интермедия. Красивые нежные цветы. И аромат у интермедии тоже бесподобный. На заднем плане таких вот два моих дикаря. Так вот они себе растут. Два дендробиума нобили. Но мне кажется, они природные. Так вот они выглядят, конечно, не очень. У всех на деревьях растут. Ну, в общем, так вот. Это, кстати, вот я хотела взять котлейку на наши. На нашу выставку, потому что это природная орхидея. Котлея трианае. Ну, она почему-то отсушила вот с этой вот стороны. Не знаю, что ей не понравилось. Отсушила петалию, да? Петалии, сепалии. Ну, в общем, ну, конечно, она уже не годится для выставки. Ну, цветок довольно-таки плотный, красивый. Ну, на выставку он уже не поедет. Это все малышня еще. Так вот они открывают постепенно бутончики, цветочки, маленькие мои эти гибриды с сафронитисом или котлеей. Как синеи. Этот дендробиум еще держится. Это, кстати, анзелия африкана тоже очень долго держит цветы. Здесь открывает фаюс. Раз, два, три, четыре, пять, кажется, цветоносов. Ну, вот только вот первый цветочек вчера открылся. Красавчик. А это наш, ой, австралийский дендробиум дисколор. Ну, вот такие вот закрученные, непонятные. Я не знаю, откуда он у меня. Ну, вот так вот себе растет в моей коллекции. Я его немножечко придала ему божеский вид, потому что он рос уже очень долго в другом горшке. И так вот перерос горшок и был, конечно, неприглядный. Но расцвел. Он так все равно вот дает о себе знать, что я цвету, ты за мной смотри. Я еще ничего, могу даже и расцвести.
На заднем плане, видите, там свечки начинают тоже расти. Это я показывала, у меня мой уже отцвел, но расцветают другие там цветы, но мне кажется, что у меня он совершенно другой. Этот такие вот длинные у него, длинные листья, и цветоносы более такие вот светлые, да? Ну вот сейчас вот покажу мой. Не такой вот он вот высокий, и у него, видите, вот темные такие вот темные цветоножки. Ну посмотрим, когда откроется тот, посмотрим, как он будет выглядеть. А это дендробиум деликатум. А, я его пропустила, да. Ну, не все цветы он, конечно, открывает. Не успевала я поливать, и его нужно много поливать, когда открывают бутоны. Дендробиум деликатум, или его сейчас называют спесиокингианум. Спесиокингианум. Вечно выдумывают новые названия. Ну, вот так вот еще раз пробегусь. Да, это, кстати, вот еще одна здесь интермедия. Тоже красивая, красивые большие цветы. Здесь вот еще один цветонос. Большие. Они вот отличаются все друг от друга. Ну, а здесь не поедет она, наверное, на эту неделю, поедет на следующей неделе, тоже будет выставка у другого клуба. Это начинает открываться катлея Мосси, цирулийная форма. Ну вот, весь в бутонах, но не успел. Не успеет показать свою красоту. Да, кстати, ангрекум дистичум опять цветет своими маленькими цветочками. Маленькими. Там вот на заднем плане, это уже в гринхаусе, уже не буду заходить туда. Это мой кахлеатум, который я пересадила наконец-то и поломала ему один цветонос. Ну, да. Ну, вы знаете, что у него начинают расти с боков. Это очень интересно, потому что я думала, что у кахлеатума растут цветы, конечно, только сверху, и они растут очень-очень долго. Но я поломала, и начинают выдавать сбоку. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Это, кстати, тоже, я не помню, показывала я или нет, Ванда Брюнея, на Ванду Тессилату, Култана Ориентал Арома. Конечно, аромат, да. Аромат у него от Тессилаты невероятный. Ну и цвет, как вы видите, вот прям точь-в-точь передает. Еще расцвела у меня одна вандочка. Вот такая. Она не расцвела полностью на предыдущую нашу выставку. Но открылась и нарастила так вот уже цветочки. Memory Catherine. Да. В честь, в память кого-то создали гибрид. Красивые большие такие вот темные цветы. Очень красиво. Ну и ванды, конечно, держатся очень долго. Держат свои цветы. Это вот мой White Bed Plant. Немножечко он покажу его, потому что он знаменит на моем канале. И вот понемножечку он начинает отходить. Вот так вот были листья вот такие вот зимой, бедные. Ну, я старалась его сильно не поливать. Но сейчас вот так вот он выглядит.
Еще раз повторюсь, у нас температура зимой опускалась, самая низкая была 3,3 градуса. Чтобы вы понимали, холодно у нас было в эту зиму, очень холодно. И все мои орхидеи находились зимой, но я их не поливала. Поэтому судите сами, до какой температуры орхидеи могут выдерживать. Ну, это вот вблизи показываю дендробиум деликатум. Ну вот он действительно такой вот деликатный, красивый, нежные цветы. Ну и здесь посмотрим, что поедет со мной. Что поедет со мной на выставку. Вот так вот я вот захожу и говорю, кто едет со мной, кто готов. Ну вот, как вы видите, этот не готов. Ну а вот на заднем плане что-то здесь открылось даже. Ну, три цветоноса, конечно, хотелось бы, чтобы все три открылись, да, чтобы поехать на выставку и показать всю красоту. Ну вот, не знаю, не буду я, наверное, его брать. Подожду следующей недели и уже повезу на другую выставку. Ну, а пока мы тут, вот уже, наверное, и покажу как раз. Цветочки, такие вот шпорцы. Красавчик. Это Аэрангис цитрата. Первый раз у меня зацветает. Такие вот красивые цветочки. Ну что, поедет, наверное, со мной моя Маздевалия декумана. Открывает она. Так вот, как-то долго, уже третий день она его открывает, этот цветочек. Ну, я думаю, что он готов. Вот, кстати, здесь, наверное, поедет со мной тоже. Извините, что я вам там показывала. Антуриум. Такой вот красавчик. Обалденный. Красивые такие вот два цветка. Ну, а это я уже, смотрите, куда я попала. Я попала вот сюда, и это как раз то, что я себе купила на свой день рождения. Не спрашивайте цену. Это было очень дорого. Ну, для наших мест я не видела ни разу ни у кого в коллекции, во-первых. А во-вторых, конечно, показывали всех на ютубе, и мне хотелось очень и очень. Это энциклия цитрина. Надеюсь, что это цитрина. И тут даже что-то растет. В общем, я прикрепила его к более большому блоку, потому что он перерос. И, кстати, я узнала, что для орхидеи лучше пробковое дерево, чем вот эти блоки, потому что они со временем начинают выделять какие-то не очень хорошие для орхидей. Какая-то там кислота. В общем, не знаю, как это все дело у меня будет происходить, но я делить, естественно, ничего не смогла, потому что я смотрю, что здесь новые корни растут. Я вот так вот его просто прикрепила к большему блоку. Ну, посмотрим, чем это все дело закончится. Ну, а на этой стороне я не знаю, что с вот этим малышом, дендробиум аберранс. Он настолько держит долго эти бутоны, иногда мне кажется, что он уже их и вообще не откроет. Мне кажется, уже вот он месяц вот так вот и стоит. И я все смотрю, но он их никак не открывает.
Здесь, кстати, мой гастрахилус. Осталось всего два цветочка. Я не носила его на нашу выставку, но мне показался он таким уже невзрачным был. Ну, я так отломила пару цветочков и смотрю, что эти вообще такие еще крепыши. Два. Ну, посмотрим. Такой вот остался один. Кажется, полубулбон называется. Ну, а что я вам хочу показать из новенького, это я посадила в этом году плеоны. Ну, вот захотелось мне что-то новенькое. Я нашла в бульбочке чисто случайно, когда у нас была выставка для «Все для сада». И вот я посадила. И, кстати, одна уже была открыта, но я не успела. Вот это вот плеоны синопе. Она сиреневая была. Красивые, красивые цветы. Ну, а вот эти вот три формозум альба. Красавчики, правда? Здесь я посадила четыре разных, вот вы видите там название четырех разных. Тут вот четыре такие вот луковички. Ну, посмотрим. Это я уже прикрепила, она уже расцвела, и вот вы видите, даже и детку выдала сбоку. Ну, красиво. Я на просторах интернета тоже полюбовалась, когда они разрастаются так красиво. Очень. Я принесла сюда, чтобы показать поближе цветы. Красивые. Я их посадила в глиняные горшочки, потому что им нужна прохладная зимовка. И я думаю, что им здесь понравится. Ну, посмотрим. Очень рада, что они выдали мне цветочки, и я увидела их всю красоту. Ну, вот так вот мы здесь и поживаем с моими орхидеями. Ну что, всем пока-пока с моего орхидейного коридорчика. Пока-пока. Thank you.